Всем привет! Меня зовут Сабина, и сегодня мы будем делать краш-тест фасадов из МДФ нового бренда Frente от компании Eman Materials. Производитель дает гарантию 12 месяцев на неотклеивание пленки от МДФ. И сегодня мы с вами это проверим с помощью наших инструментов. А в начале нашего эксперимента мы возьмем образец и зальем его водой. В конце ролика мы посмотрим, что с ним будет. И отложим его в сторону. Давайте проверим его на срезе, отклеится ли наша пленочка. Ну а с этой стороны? Отлично. Ну а теперь давайте попробуем разрезать. Приклеено хорошо. Отлично. Смотрите, мы разогрели пленку до 112 градусов, хотя производитель не рекомендует нагревать поверхность свыше 80. Пленка отошла вместе с верхним слоем МДФ. А на неразогретой части мы смогли оторвать пленку только с кусками МДФ, а это показатель качества производства. Достанем наш образец из воды. Можем сравнить. Наш образец в таком же виде, первозданном, он не разбух, а значит, он водостойкий. Производитель гарантировал нам, что пленка от МДФ не отойдет. И сегодняшний эксперимент нам это доказал. Frente – ваши современные фасады.